Дорогие друзья, приветствую вас на канале Одесской кухни. Одесса мама любит нас. Сегодня подготовил очень быстрое, простое и вкусное блюдо. Рецепт называется «Волшебный бутерброд с помидорами и сыром». Итак, бутерброд очень здорово выручает, когда нет времени, чтобы и перекусить, и успеть туда, куда собрался. И чтобы бутерброд у нас получился с помидорами и сыром, и при этом мы испытали истинно кулинарное удовольствие, слушаем первый одесский анекдот. Одесская семья. Изя, ты таки хочешь чаю? Таки да. Ну так встань и завари. Да тогда нет. Ну тогда лежи и не ври. Итак, ингредиенты. 2 ломтика свежего батона, 1 помидор, 100 грамм твердого сыра, 1 столовая ложка с горки домашнего майонеза. Дорогие друзья, мы сейчас приготовим волшебные бутерброды с помидорами и сыром. Итак, все ингредиенты в сборе. Сейчас будем готовить бутербродное волшебство с помидорами и сыром. Итак, 2 ломтика свежего батона у нас есть. Именно должен быть свежий хлеб. Затем 1 столовая ложка майонеза. Распределяем его между 2 ломтиками. С этой задачей мы превосходно справились. Затем берем томат. Тонко его нарезаем. В данном случае это половинка томата. Он большой. Тонко нарезаем и выкладываем на бутерброды. Но это еще не все. Наши красивейшие бутерброды сверху натираем, правильно, твердым сыром. Нужно хорошо припорошить, не как первым снегом, а обильно. Твердый сыр в этом блюде это как сливочное масло для каши. Не испортим точно. Все, бутерброды готовы. Это вкуснятина сейчас, кто первый придет, тот и съест. По многочисленным просьбам трудящихся, давайте же отведаем, посмотрим, что же за красоту мы приготовили, а? А ну? Как не воспользоваться случаем и не отведать такую красоту? А ну? Боже мой! Чтоб я так жил, какая же это вкуснятина! Много вкусного бутерброда мало не бывает. Слушаем еще один одесский анекдот. Разговор двух одесситов. Ты знаешь, Фима, вчера я был в гостях у Яши и Цили. И что же ты там делал? Представь себе, весь вечер играл на рояле. Ты знаешь, мне тоже очень не нравится эта семья. Дорогие друзья, зовем родных к столу, употреблять эту вкуснятину. Конечно, я приготовил только одну, максимум две порции. Если семья большая, готовим в 5-10 раз больше. Дорогие мои, когда вы отведаете эти бутерброды, обязательно поделитесь с лучшими друзьями, знакомыми, родственниками. Пишите вкусные комментарии, сделайте репост в кулинарные форумы, социальные сети и другие интернет-ресурсы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Одесской кухни, берегите себя и свою семью. Приятного аппетита! Пока!